Я сидел в баре, и тут вошел он. Лицо его видел? Лицо? Нет. Он все это время держался в тени, и казалось, лампы вот-вот осветят его лицо. Но нет. Словно свет тускнел специально для него. Для кого-то он одиночка. Я знаю, кто ты. Да ну. Ты убиваешь драгдилеров. Они убили мою любимую. Они отняли у меня жизнь. Для кого-то он миф. Вы слышали о человеке, который носит с собой футляр для гитары, набитый оружием? Найти его и убить. Надеюсь, ты понимаешь, что с Бучей тебе в одиночку не справиться. Да ну. Но ошибкой было бы считать, что он блефует. А футляре у тебя что? Гитара. Настало. Пора платить по счетам. Сыграем. Клево. Отчаянный фильм Роберта Родригеса.